промян. В команде, в одиночке, в ночном разряде, он, как я уже говорил, уступил Александру Шибаеву. А так у Льва Шибаев на подаче, 1-2, счет первой партии. Выиграл в правый угол и выиграл третье очко. Ох, здорово, опять играет Шибаев. Слева тоже много атаковал в левый угол Владимира, который тот нередко оставляет открытым. Вот как сейчас опять. Марафон на балансе больше-меньше, который выиграл Сидоренко со счетом 21-19. Не проходит сейчас у Шибаева, отрывает левый угол. И вновь атака. Великолепно работает левый удар. Ох. Ошибка на приеме подачи. Ох, какая мощная атака. И ошибка в промежуточной игре у Шибаева. Не повезло ему немного, пытался он играть длинно. Это Руслана Степанова, а Сидоренко от Глеба Иванова. Своего ровесника. Пока что показывает, наверное, лишь половину того, на что способен в этой игре. Ох. Вновь неудачный прием. И вновь ошибка Шибаева. Завелся Шибаев. Хорош слева. Неудержим просто в эти моменты Александр Шибаев. Атакует мощно и справа, и слева. Продолжаем наблюдать за финалом мужских одиночных соревнований. 1-1 счет по сетам. Первый выиграл Владимир Сидоренко.
очень быстро играет Сидоренко. Пять. Как же хорош Сидоренко. Невероятная реакция. Рановато решил завершить это. Длинно скидывает Сидоренко, Шибаев ошибается. Партия, Шибаев на подаче. Сыграл мощно справа. 3-2. Длинная подача, и Шибаев пятился. Четыре-четыре. Какое изящество, а? По низкой траектории. Красиво очень было. Здорово сыграл Сидоренко. Четыре сетбола у него. Берет первый же и берет четвертый сет со счетом 11-6. 3-1 он впереди, и лишь один сет отделяет его от победы. С Александром Шибаевым, Московская область. Финал женского одиночного разряда. Впереди не был. 2-0 Шибаев впереди. Был готов. Мы говорили уже о том, что он открывает левый угол. Это как бы уязвимое его место. Держит Шибаев мяч. Ох ты, как на тренировке играют оба.
простая ошибка. Ох, как здорово играет Сидоренко. Так, одно очко отыгрывает. 8-9. Ой-ой-ой-ой-ой, как же Шибаев чувствует мячика. Два сетбола у Шибаева. И та же самая история. На столе играет Сидоренко. Как же среагировал Сидоренко? Мяч попал в край стола. Он среагировал, но, конечно, дальше Шибаев завершил розыгрыш. Шибаев побеждает. Шестая партия мужского финала. 3-2 Сидоренко впереди. Ошибка на приеме подачи. Обидно. Ох. Простая ошибка Шибаева. Здорово. Давит Сидоренко, давит. Длинная подача, неожиданная для Шибаева. А теперь не принимает подачи с нижним. Не принял третью, запорол сам. Дал 3 очка сопернику просто так. И тут же ошибается на приеме подачи. Посыл... Ох, как же здорово играет Шибаев. Ошибается Шибаев на приеме. Низ. О, Господи. Вот это подарок. Надо было Кацману дарить, у которого сегодня день рождения. Не подает Александр Шибаев подачу в решающий момент. Тоже его успех. Поздравляем Вячеслава Бурова, который руководил игрой команды Санкт-Петербурга в командных соревнованиях.